Здравствуйте, с вами снова я. Сегодня у нас будет перетяжка карбоновой пленкой лобового стекла Aprilia RS50. Ну, как обычно, протираем то место, где будем обклеивать пленочкой, чтобы убрать пыль, там грязь. В моем случае даже антифриз. И, соответственно, даем высохнуть. Лавовуха у нас уже такая бывалая. Сейчас посмотрим, сколько нам потребуется пленочки. Так. Будем клеить вот так вот, а потом еще нижнюю часть. То есть вот так вот у нас остается еще немножко нижней части. Ну вот так вот. Ну, как раз полный лист только на одну часть лобового стекла. Вот так вот примерно нужно будет клеить. Что-то мне мое чувство подсказывает, что это будет даже тяжелее, чем обклейка бардачка. Намного тяжелее. Так. Вот, и так вот. Как обычно, берем наш теперь фен, берем наш любимый. Такой вот. И нагреваем. Так.
Да, это будет сложнее, чем вклейка бардачка. Так, еще вот тут надрез надо сделать. Так. Дальше вот здесь вот делаем надрез. И вот тут вот. Так. Что ж, пошли обклеивать дальше. Так. И тут надо бы подрезать. Так. Так, получается, дальше отворачиваем нашу белую. Берем снова нагреватель и нагреваем. Так, дальше берем вот тут вот, разглаживаем. У меня осталось пузырей. Вот тут вот, кстати, тоже нужно будет подрезать, потому как здесь будет стык такой. Немного не получилось. Так. Так, вот так вот получается. Сейчас еще отворачиваем немножко беленькую. Снова нагреваем. Так. Ух ты, ёпта мать, что ж такое-то, а? Что ж такое-то? Ладно.
Так. У нас получилось так немного наискось, поэтому здесь придется взять часть побольше. Так, ну вот мы с верхней части обклеили, сейчас будем обклеивать еще с нижней. Тоже вот тут сделаем надрез, чтобы нормально приклеилось с противоположной стороны. Так, и теперь нужно сделать верхнюю часть. Так, сразу говорю, что нужно делать надрезы, то есть, иначе нормально не сделается. Вот у нас получается вот здесь вот вылезло немного. Сейчас будем отклеивать. Вот так вот получилось. Сейчас еще загнем вот эту вот вторую часть.
Ну, внутри, кстати, тоже можете то, что приклеили, разглаживать. Ну, чтоб внутри тоже так средненько выглядело. Так, ну и соответственно то же самое делаем со второй частью, то есть вот с этой тоже делаем надрезы, чтобы это все загнуть и приклеиваем. Так, сейчас я это как раз таки и сделаю. Так, лишние остатки, ну, сразу не выбрасываем, потому что где-то может понадобиться. Так. Вот как раз таки нам остаток и понадобился. Да любой вот этот, например. Чтобы вот здесь вот подхватить немножко, чтобы оно тут вот не расклеилось. Как-то тут просто не очень получилось у меня. Сейчас закрепим. И все будет нормально. Так. Отлично. Все, верхнюю часть сделали. Теперь осталось сделать еще вот тут вот нижнюю часть. На это у меня уже одного рулона не хватило. Берем второй рулон. Кстати, сразу, если кто спросит, карбоновую пленку это я покупаю на AliExpress. И ну, если вам это что-то даст, то производитель этой пленки. Вот. Ну, достаточно качественная, честно говоря, пленка за свои деньги. Мне нравится. Так, сразу отмерим, сколько надо. Вот, вот столько вот надо по последнему осмотру. Так. Ну что ж, давайте пойдем дальше.
А вот теперь самое интересное, нам нужно попасть в стык, так как у меня получилось так, что здесь придется делать из двух частей, и нужно аккуратненько попасть в стык. Вот в этом сейчас будет самая большая проблема. А еще из-за того, что у меня получилось написать не совсем ровно, мне еще и придется это все делать под углом. Чуть сразу не приклеилось. Примерно вот, вот так вот что ли. Похоже, что это придется клеить поэтапно, так что так не получится. Поэтому сейчас накину аккуратно для одной стороны. Для второй уже будем подбивать. Так. Во. Сейчас скажите, получилось все-таки сделать. Твою мать. Короче, я нечаянно потянул, порвал пленочку. Сейчас посмотрим, где я ее в каком месте порвал, до какого места точнее. Если что, будем так использовать, и либо нет, придется новый кусок отматывать. И хотелось бы новый кусок отматывать, что считай, два раза переводить пленку. Отлично, отлично. Ах ты, блин, сучка. Все, сделали. Теперь осталось только наклеим сделать, ну, приклеить нормально. Ладно, этот пузырик потом я выведу. Господи, что вот с этой стороны? Все так грустно и печально.
еще немножко и почти готово будет. Совсем жестко получилось. Я вот это даже оставлять приклеенным не могу. Какой-то, а? Где он? Сейчас.